Всем привет, с вами Темный Ниндзя и Мир 4. Продолжаем проходить с вами платиновую иглу тайну. И у нас сегодня четвертый свиток. Для того, чтобы получить этот свиток, нам нужно пройти поручение в Хрустальном лесу. Слухи о главе культа демонов. Начинаем мы говорить в небесном городе в доках с Виминёк. Что за это? Ага, оскверненно-демонической энергией называется у нас. Виминёк. Интересно, мне нравится имя. Дальше нам нужно поговорить с Конхоном, да? С Конхоном. Но есть одна не очень хорошая штука. У него другой свиточек и начинается. И с каким сразу он будет говорить, непонятно. Так что, возможно, в каком-то из свитков придется потом просто подойти и сказать, с кем нужно поговорить. Но надеюсь, он начнет с правильного. Так, встретимся около Конхона. Итак, Конхон, надеюсь, он нам скажет нужное. Нет. К сожалению, это свадебный самоцвет, это у нас в другой уже тайне. Ну ладно, следующую тайну эту придется начинать просто. Хотя я просто вырежу его отсюда и все. Че я мучаюсь, да? Так, но нам нужно с ним еще поговорить. Ага, вот теперь оскверненной демонической энергией. Отлично. Поговорили. Так, дальше мы делаем что? Мы отправляемся в тайную небесную долину, да? Поехали, значит, в тайную небесную долину. Насколько я понимаю, просто зайдя в долину, мы уже свиточек получим. Продолжение. Так, да, все, свиток получен. А теперь нам нужно поговорить с Рудокопом. Сейчас мы его с вами найдем. Вон он там находится. Хорошо. Бежим пока что туда. Там и встретимся. Так, нам с вами нужно запрыгнуть двойным прыжком в проходик и бежим к Рудокопу. Поговорили с Рудокопом. Дальше мы делаем что? Он нас, короче, нам нужно спуститься вниз карты, там вроде бы водопад, да? Так, нам вот в эту часть вроде бы, да, спускаемся, бежим, там и встретимся. Итак, нам нужно вот в этот водопад зайти. Прыгнуть и выкопать. То есть за водопадом. А по карте это вот в этой вот части. К водопаду подходите и запрыгиваете. Выкапываем, значит, предметочку, и нам нужно будет вроде вернуться опять к Рудокопу. Ага, разговорчики в строю. Еще деремся, хорошо. Подрались, окей. Сейчас он нам скажет: умоляю, не убивайте, я же человек превращенный. Так, и мы возвращаемся к Рудокопу. Там мы встретимся. Итак, вот мы с вами снова у Рудокопа. Поговорили. И дальше мы с вами... Дальше он нас просит убить мобиков рядом с входом. По-моему, вот этих вот мобиков немножко надо побить. Увидимся, как набьем. Да, 50 мобов набиваем и идем дальше. Да? Встретимся после набитых 50 мобов. Итак, мобов набили.
Дальше нас с вами отправляют нас дальше отправляют в начало, да? В начало не туда бегу. В общем, по карте нам нужно вот сюда вот прибежать. Там мы увидимся. Итак, вот мы с вами пришли. Нам нужно забраться вот туда наверх. Здесь мы с вами приходим, и появляется этот хрен, и нужно убить монстра. Следующая наша задача — убить вот этого вот монстрика. Убиваем, и все, наша тайна будет завершена. Ну, как мы его убьем, не будем, под конец мы с вами встретимся. Итак, вот, мы его уже практически добили. Доколошматили. И все, ребята. На этом наша тайна заканчивается. Я говорю, заканчивается. Все, мы можем с вами спокойно забирать награду. И радостно вкидывать ее в кодекс. Ну, надеюсь, видео было кому-то полезным. А с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.